университет. Какими они должны быть? Умными, добрыми, а может быть спортивными? Я пришла на спортивный этап конкурса «Мистер и Мисс Университета». Здесь я увидела два главных победителя экономического факультета – Галина Чуянова и Марат Миронов. Они победят на этом замечательном конкурсе, я в них уверена на все 100%. В нашей сегодняшней жизни, когда все стремительно, быстро меняется, нужно себя поддерживать в хорошем состоянии, поэтому, конечно, я за этот конкурс. Ребята болеют друг за друга, это самое главное, поддерживают, поэтому дружба всех победит. Этот конкурс на протяжении 2 лет я снимала, и сейчас, наконец-то, я могу сама принять в нем участие. Я очень благодарна за такую возможность представлять свой любимый факультет, лучший факультет. А еще спасибо огромное болельщикам, которые пришли. Вы просто лучшие. Му-му-му. Ваши плакаты – это просто попадание мне в сердечко. Спасибо вам большое. Му-му. Я должен победить, потому что я очень целеустремленный, всегда добиваюсь своих целей. Самое тяжелое было для меня – это отжимание, потому что я никогда не занимался спортивной подготовкой. Потому что я активная, спортивная, целеустремленная и так далее. Спасибо огромное организаторам, именно которые устроили это мероприятие. Огромное спасибо СДК, которые сделали это все финансированно, все сделали, потому что эмоции не описать. Огромное спасибо и до новых встреч. И знаете, мы всегда вам рады. Аграрный университет – самый лучший университет в мире.